друзья, у нас делается бетон. Шланг такой, труба, можно сказать. И вот он через эту трубу идет на стройку. Вот пришла она на объект. Это труба. Вот тут парни, значит, с ней работают. Hello. Oh. Так. Вот. По чуть-чуть там оно льется как-то. Не убедительно пока. Вот. Так что никакой фанеры там нет дополнительной. Оно просто таким широким фронтом снизу. А потом просто за счет того, что оно не безумно жидкое, оно пойдет по вертикали. Вот мы видим с той стороны уже вот так оно вышло. Вот оно. Ага. Я все думал, как оно там, почему не разольется-то? Ну вот не очень разливается. Вот если мы с этой стороны поглядим, то вот так все это происходит. Я помню, когда у нас была стройка в Лос-Алтос, но там большой был бейсмент, и там было много цемента, много бетона. И там, конечно, более серьезная машина стояла. Вот она пошла, смотри как. Вот. Вот мы поближе подошли. Так что процесс управляемый. Вот, друзья, и часов не прошло, как тут у нас все залилось. Вот ребята тут мастерками такими деревянными выравнивают все. Давайте пройдем вдоль линии. Так. Там, тут внизу такие образовались наросты. Вот. Я так чувствую, что приоритет у них сверху заровнять. Вот там. Сразу несколько человек выравнивают. И вот эти вот маленькие тоже они залили, видите? Вот эти. Вот еще. Вот еще. И я хочу напомнить, что на самом деле вот там, где сейчас грунт, тоже будет всюду бетонная подушка. Как вчера ее Эдуард назвал, Red Slab. Да, такая как бы такая прослойка от крыс якобы. А вот еще, друзья, полчасика прошло, и мы видим, что у нас добавляется бетончику, и уже
грунт частично покрыт. Вот. Как бы есть смысл действительно за один раз все сделать. И все. Так что вот такая ситуация. Я сейчас отправлюсь уже на работу, поэтому не смогу показать больше процесс. А завтра мы увидим результат сегодняшней работы. Да, потому что когда я вернусь с работы, будет темно. Тут какие-то изменения произошли. Технологические цепочки. Смотрите, вот бетон мешают, но уже как-то его по-другому спускают, и вот в ведро. Я не знаю, может, они так чистятся. Вряд ли кто-то ведрами будет таскать. Даже не могу сказать. Перекрыли меня. А мне, между прочим, на работу. Так, ну, не знаю даже, что делать.